Здравствуйте, дорогие друзья! Вот с таких торжественных фанфар начинается наше культурно-массовое мероприятие. Сегодня у нас арт-встреча под названием «По волнам творчества». Мы вкратце расскажем вам о сотрудниках Дома культуры и его творческих коллективах. Итак, знакомьтесь. Директор Мысовского сельского дома культуры Татьяна Николаевна Пачина. Ее образование. Окончила Донецкий областной центр народного творчества, специальность руководитель драматического коллектива. Донецкое культурно-просветительное училище, специальность режиссер культурно-массовых мероприятий. Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы по программе профессиональной переподготовки менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг с присвоением квалификации менеджер по организации отдыха и развлечений и курс обучения по программе преподавание вокала, развитие певческого голоса с использованием современных методик обучения вокальному искусству. В культуре с 1981 года. С 1 марта 2015 года директор Мысовского сельского дома культуры. Руководит театром миниатюр «Тет-а-тет» и ансамблем казачьей песни «Давняя». Актерский состав театра постоянно обновляется, соответственно, меняется и его репертуар, в плане которого есть сценки, скетчи, миниатюры, театрализованные программы и спектакли. В настоящее время идет работа над постановкой спектакля по пьесе Натальи Демчик «Роскошные женщины». За все время существования театра его коллектив и ведущие актеры стали лауреатами районных, региональных и международных конкурсов. Ансамбль «Казачьи песни Таврия». В его репертуаре не только казачьи, а и русские, украинские народные песни. Солисты ансамбля участвуют в концертах и различных мероприятиях Дома культуры, а также в конкурсах. За все время существования коллектива его солисты стали лауреатами районных, всероссийских и международных конкурсов. Художественный руководитель Мысовского сельского дома культуры Николай Анатольевич Григорьев. Творческий человек и в профессиональном плане очень перспективный специалист. Образование. Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы по программе преподавания вокала в эстрадном искусстве с присвоением квалификации педагог дополнительного образования в области эстрадного пения. В культуре работает около 3 лет. В Мысовском сельском доме культуры он уже работал с 2015 по 2016 год. И вот вновь возобновил свою деятельность с сентября 2020 года. Руководит ансамблем эстрадной песни «Орфей». Солисты этого коллектива участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях Дома культуры, а также в районных и республиканских конкурсах.
и успели показать себя с наилучшей стороны. В репертуаре ансамбля исполнение шансона, лирических, джазовых и рок-песен. В сентябре этого года он создал и руководит разнопрофильным клубом любителей кино «Синема», в плане работы которого создание студии прямого эфира, съемка видеоклипов, натурная видеосъемка и все, что касается кино. Кроме того, Николай Анатольевич – руководитель клуба ветеранов войны и труда, который называется «Ветеран». А это сбор информации о людях старшего поколения, ведение базы данных участников и ветеранов Великой Отечественной войны, встреча с ветеранами и оказание посильной благотворительной помощи. А также он руководитель разнопрофильного клуба «Ладушка», в планах которого объединение женщин Мысовского сельского поселения для совместного творчества и выявление талантливых народных мастериц Мысовского сельского поселения. Дорогие друзья, если вы любите творчество, искусство так, как его любим мы, приходите. Мы научим вас петь, играть на сцене, участвовать в спектаклях, миниатюрах, театрализованных программах, научим актерскому мастерству, поможем стать участником и создателем клипов, ведущим. Мы поможем вам раскрыть ваш творческий потенциал. Добро пожаловать! Наши двери всегда открыты для вас, всегда рады вам. Мы всегда вас ждем. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Так сказал известный персонаж кинофильма «Служебный роман». В Мысовском сельском доме культуры тоже есть свои традиции. И утро начинается так. Директорский территориальный обход. А вот и худрук. Давайте проследим за ним. Оказывается, у него есть утреннее увлечение. И надо сказать, здорово получается. Ага, а вот и причина этого необычного хобби. Холод и участники художественной самодеятельности несовместимы. Дрова в бульяне разгорелись, теперь можно... Правильно, провести небольшой субботник. Культурное заведение должно и выглядеть соответственно. А сейчас тишина в зале. Идет репетиция. Теория по вокальному мастерству. Пошла, а уже между словами, там, где очень короткие фразы, тебе нужно резко взять воздух, резко взять и пошел. И мы пойдем, посмотрим, чем же еще занимается в утреннее время директор Дома культуры. Пишет, читает,
отвечает, отчитывается. В общем, работает. Но разве может настоящий культработник усидеть на одном месте? Да и чтобы учить других, надо самому постоянно учиться. Директор и худрук Дома культуры не исключение. Да, директор ко всему еще и руководит театром миниатюр. А теперь посмотрим практические занятия у худрука. Разучивание новой песни. Ты первый раз правильно пела. То есть ты, когда уже на любой тональности начала пробовать, то есть тебе там было низко, но ты правильно выпила. И снова директор. На этот раз она уже как руководитель ансамбля казачьей песни. Репетиции репетициями, а обед по расписанию. Хотя и в этот период не утихают творческие дебаты. Дубль 2 и снова театр миниатюр. И опять, и снова. В общем, есть еще одно хобби у худрука Дома культуры, вернее, у женщин клуба «Ладушка», которым он руководит.
Вот такие замечательные цветы они изготавливают своими руками. Культура – это внутренняя душевная составляющая, при которой человек живет в гармонии с окружающим миром и самим собой, осознавая свою значимость. Такому человеку для счастья достаточно лишь заниматься любимым делом. Если человек делает что-то от чистого сердца с вдохновением, то это никого не может оставить равнодушным. Это завораживает. Именно такой принцип лежит в основе профессии работник культуры. Быть им – это настоящее призвание. Трудное, но захватывающее, творческое и всепоглощающее. Специальность сложная, но прекрасная. Каждый день своим творчеством и любовью к своей профессии зажигать сердца других оптимизмом, добротой, любовью и надеждами. Дарить радость и хорошее настроение, создавая праздник, открывать заветные двери в мир прекрасного. Быть всегда у всех на виду, находить контакт с людьми всех возрастов, взглядов и убеждений. Стремиться придумывать что-то новое и интересное. Главный девиз для культработника – «Люби искусство в себе, но не себя в искусстве». И стремиться воспитывать это чувство в других. Культработников можно смело называть лекарями человеческих душ.